Друзья, всем привет. Сегодня видео у нас про мотоблок тяжелый дизельный китайский. Спрашивали вопрос, задавали вернее, слабые места данного мотоблока. Сразу оговорился, что слабые места — это не дефекты заводские и не минусы мотоблока, а то есть те агрегаты, на которые следует, ну то есть узлы и агрегаты, на которые следует обращать внимание в данном мотоблоке. Вот, при его покупке. Купили мотоблок, первое что... Первое слабое место — заводские клеммы. У большинства они идут китайские, ломаются буквально при первой-второй затяжке. Массы, как правило, заводится он при них, запускается плохо, это первое. А второе слабое место — это выжимной подшипник. Недавно было ремонтное видео. То есть нужно следить за ним, чтобы его не гоняло, то есть регулировать лапки. Тоже слабое место. Затем, значит, слабым местом является что еще? Значит, так. Ремни. Ну, расходники, в принципе, тоже можно сразу же их. Они вот буквально на сезон их хватает. Дальше что, значит, у нас идет? Слабым местом является вот этот вот воздухан, который стоит возле самого колеса и засасывает всю пыль. Лучше перенести его сюда, повыше сделать. Слабым местом является тот факт, что нету кнопки массы с завода, она не стоит. Слабое место, слабое. Знаете, почему слабое? Потому что ящик металлический, но это у кого аккумулятор есть. При затягивании поставишь, если массу, мало ли начнешь закручивать вот эту вот, гайку, замкнуть может, ключом сам замкнешь на корпус, вот тебе и боты, вот тебе и масса будет. Поэтому тоже слабое место. Слабым местом является вот этот вот. У меня тут стоит уже штуцер. Стоит вот этот грибок, который давление масла. Нифига он не показывает. Мало ли чего, масло там не долили и забыли. Слабое место, слабое. Дальше что еще? Переходная плита. Лучше здесь поставить внизу. Сейчас уже не видно, темно. Поставить шпильки. Как я вот тоже недавно показывал, видео сделал. Лучше, вот, лучше намного. В противном случае может порвать плиту. Слабое место является тот факт, что он тяжелый и двигатель постоянно клюет вперед, поэтому лучше здесь делать опорную тягу. Вот. Значит, по движку нареканий у меня нет. Слабым местом является пробка. Обязательно, то есть как бы это, она бежит практически у всех процентов, у 100. Слабым местом является сифонный вот этот вот. Давайте с этой стороны покажу вам. Сифонного типа. Как он называется? Радиатор. Вот здесь лучше поставить такой сосок, стоит поставить трубочку и расширительный бачок, чтобы ее сюда не выплескивало. Значит, при фрезеровании летом, когда тепло, даже жарко, греется, то здесь нужно тоже изобретать велосипед, ноги сделать сюда, вот шайбы подлаживать под этот вот ролик, тем самым, вот под этот ролик, тем самым увеличивая его скорость вращения, тем самым, либо ставят дополнительный радиатор какого-нибудь ГАЗ-51, 2, 3. Так, ну все, наверное, на этом. Ну, сразу говорю, не надо путать слабые места с чем, с этим. Слабые места с дефектами заводскими. Если услышали стук в двигателе, шатается коленвал там у вас, вот здесь вот, например, шум какой-то в коробке, который не проходит, это уже не слабые места, это дефекты. Потому что если нормальный мотоблок вы купили, то с ним в идеале все должно работать. То есть двигатель, у них по ним нареканий нет. А то же самое по коробке передач. Есть вот такие вот мелкие болячки, которые свойственны всем мотоблокам этого класса. Всем. Не значит, что вы купили, и у вас он обязательно будет или не будет. Нет, он свойственен всем, но в целом, вот если вы услышали какие-то вот прям из ряда вон выходящие, вот это вот есть заводские. Значит, это заводской брак. Поэтому лучше этот мотоблок отдать в сервис, снимите, если это есть возможность. Да, еще слабые вот эти вот все тяги, они брякают. Поэтому здесь сюда вот я проставки делал всякие, всякого рода. Тоже являются своего рода слабым местом, потому что очень сильно брякает. Ну, вибрация большая, потому что двигатель стоит на раме. Тоже слабое, в принципе, место, наверное, является.
Вот. Больше как бы нареканий у меня есть, конечно, слабых мест прям таких хватали. В общем, все слабые места, это такие болячки давно изученные. И они все переделываются в процессе эксплуатации. То есть ко всему можно, все можно сделать под себя, все приспособить, переделать. Проблем в этом, в принципе, нет. Были бы руки, было бы желание. Вот. А так еще раз скажу, что ни по коробке, ни по движку особых нареканий нету. То есть они вот у меня 2 года тут поработали, работают, я думаю, и будут работать. Конечно, многие скажут, что устройство, допустим, той же коробки там, и так далее, оно желает быть лучшего. Но мы купили то, что купили, поэтому выбирать не приходится. Китайский мотоблок. Хотите что-то лучше, покупайте японский. Так что так вот, ребята. Постарался ответить на ваш вопрос. А, да. Тут еще родной стоит. Вот у кого амперметр стоит родной. Он ни хрена не показывает. Вы можете сразу выбросить его. Поставить что-нибудь туда другое. Например, вольтметр какой-нибудь или что-нибудь в этом роде. Вот так вроде бы все, что. Почаще меняйте масло. Мойте фильтра, в частности воздушные. И будет вам счастье. Так, мотоблок нормально. Вот сегодня минус 20, наверное, запустился у меня. И поехал. Ну все, ребята, все, на всем пока. До новых встреч. Увидимся на моем канале. Поговорим про мотоблоки. До свидания. Всем удачи.